Я очень рад тому, что вы приняли решение по открытию производства в Вологодской области к максимально приближенному к предприятиям, которые закупают у вас спецодежду. Я надеюсь, что при нашей поддержке таких предприятий в Вологодской области и на Северо-Западе будет все больше и больше. Мы активно развиваем наше производство. Очень активно всегда отвечаем на любые инициативы по локализации производства, по развитию. И сошлось несколько вещей. Наличие наших крупных клиентов, наличие и развитие крупной компании, которая будет изготавливать сырье вологодского текстиля, наличие рабочей силы, что сегодня, наверное, одно из самых важных звеньев при открытии производства. Таким образом, по сути, в Вологодской области может быть сформирован целый кластер предприятий легкой текстильной промышленности с короткой цепочкой, с удобной логистикой, и что в итоге скажется, наверное, только в лучшую сторону для потребителей. Мы точно создадим здесь при поддержке Министерства промышленности и торговли крупнейший текстильный кластер при вашем участии. Мы сегодня провели встречи с Минпромторгом. Мы провели сегодня встречи с Министерством экономики, которое тоже поддерживает создание нашего кластера, текстильного кластера. Поэтому у нас очень хорошие перспективы. Растет спрос на спецодежду в Вологодской области, прежде всего, по таким серьезным отраслям, как металлургия, химия, лесопромышленный кластер, который развивается просто стремительно. Конечно, это машиностроительный кластер. Поэтому абсолютно оправданный выбор. Мы готовы предоставить вам инвестиционные налоговые льготы при производстве, при защите проекта на инвестиционном совете при губернаторе.